Более 13 тысяч тюменцев поделились своей кровью с начала этого года. Из них 1300 человек сделали это впервые. Общими усилиями было заготовлено более 13 тысяч литров крови и почти 7 тысяч литров плазмы, что полностью перекрывает потребности региона. Об этом на пресс-конференции рассказал главный врач Тюменской станции переливания крови Александр Гаврилей. Также он вручил медаль почетного донора Станиславу Муравьеву, сдающему кровь уже более 20 лет. Я сдаю кровь не так, вот когда какая-то авария случилась или еще что-то. Коль я был организатором здравоохранения, я понимал, что нужда в крови всегда нужна. Независимо, есть травмы, есть операции, есть какие-то неотложные состояния.